Продолжаем наш репортаж. Вот это место я не могла, конечно, не снять. Соня его немножко показывала уже, но как-то калечно все у нее дергалось. В общем, работает профессиональный сейчас, вот, конечно, репортер. Немножко вот так вот вам покажу вокруг все. Также продолжаются все эти бунгало. Очень их много. Они очень так красиво все расположены. Ну вот просто, чтобы вы себе понимали красоту пейзажа, который нас окружает. Вот там море вдалеке. И мы спускаемся. Там вот бассейн, Соня уже показывала этот бассейн. Вот. И вот так вот, если мы будем спускаться по этой дорожке, мы попадаем как раз в основной корпус. А здесь у нас амфитеатр. Соня его снимала немножко с другой точки. Сейчас я попытаюсь вам его продемонстрировать сверху, так сказать. Солнце немножко светит. Вот. Вот это вид на бассейн, да. Вот это вот большое дерево, это банановое дерево. Там растут бананы. На самом деле они растут, они еще маленькие, но они там есть. Вот такой огромный бассейн. Как бы там дальше еще посмотрим. Это амфитеатр. И вот так, если смотреть, там продолжается основной корпус. Пауза.